Уже 1 сентября ребята из Тереньгульского района сядут за парты новой школы. Строительство полностью завершено. Учреждение на 300 мест – это дополнительный корпус для начального блока лицея при ЛГТУ, который работает в Тереньге. Экскурсию по новой школе провели для главы региона Алексея Русских. Для учебного процесса только начальной школы, но для развития доп. Образования и внеурочной деятельности мы сюда будем приходить из старшей школы. Шахматный клуб, центр журналистики, класс астрономов. По замыслу Минпросвещения и руководства школы ученики смогут попробовать разные направления деятельности, выбрать для себя специализацию и развить таланты. Мы решили создать динамическое обучающее пространство. Почему динамическое? Потому что каждый ребенок чем-то одарен от природы. И нужно, если раскрывать именно его таланты, его природу внутреннюю, то и ребенок будет нацелен на успех, на личный успех. На строительство потратили 214 миллионов рублей – средства федерального и областного бюджетов. Все по нацпроекту образования. Также обновили облик Радищевской средней школы номер 1. В учреждении заменили окна и отремонтировали спортивный зал. Но проблемы остаются. Школе необходим ремонт кровли, пола, цоколя и отмостки по периметру здания. Глава региона обещал помочь. Рядом со школой также строится универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, где смогут заниматься не только ученики, но и жители всего Радищева. На ее строительство предусмотрено чуть более 15 миллионов рублей. Анна Тищенко, Улправда ТВ.